Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Volkswagen Touareg 2004 года выпуска с двигателем 2.5. На этом автомобиле мы сегодня заменим правый стеклоподъемник в двери. Как и у всех ваговских серий, по годам у них у всех одна болезнь. У них рвутся стеклоподъемники, потому что вода по стеклу попадает в дверь и попадает на механизм стеклоподъемника, он тросовой там внутри стоит. Здесь, чтобы снять стеклоподъемник, нужно снимать рамку двери целиком. Остается только наружная накладка на автомобиле. Для этого мы сейчас открываем дверь и снимаем обшивку, и дальше уже в процессе будем разбирать, откручивать и вытаскивать. Приступаем. Человек здесь шпателем резиновым заблокировал стекло, чтобы оно не падало. Так, ну ладненько. Вытаскиваем лишнее. Берем, поддеваем вот эту ручку. Аккуратненько, чтобы ее не сломать. И откручиваем здесь торкс винты. Откручиваем здесь бита Т-30. И откручиваем снизу под обшивкой, вот в этом месте, а там Т-15 снизу. Так, здесь мы открутили. Так что остальное все у нас сидит на клипсах. Поддеваем дверь. Обшивку от двери. Клипсы здесь одноразовые. Вот здесь вот эту усики раздвигаем вот так вот в разные стороны и выводим тросик и снимаем его с собачку. Теперь мы внизу разъем на стеклоподъемник. Он не на двери, то есть не на обшивке, он на двери. Вот такой вот разъем, вот эту собачку
выводите вот таким образом. И он вытаскивается. Все, обшивку мы сняли. Вот теперь нам надо вот эту рамку целиком. Всю со стеклом, с зеркалом, совсем-совсем надо будет снимать. Но перед этим нам надо будет вот этот разъем, который под резинкой, открыть резинку. И отключить вот эти два разъема. Нажимаем здесь, вернее, даже не два, здесь три разъема. Фиксаторы нажимаем и снимаем по очереди все. Перепутать здесь не получится, разъемы разные. Также мы резинку проваливаем в дверь, потому что мы вот этот разъем целиком будем вытаскивать через дверь. А теперь мы берем, откручиваем накладку на ручке. Открываем вот эту заглушку. Вот такая открывается снизу, вверх, вверху тюльпанчик. И откручиваем. Так, вот здесь вот Т15. В большом отверстии выкручиваем винт. Этот винт у нас отодвигает фиксатор вот этой накладки. О! До конца его можно не выкручивать, чтобы он не упал. Вот мы эту накладочку сняли. Теперь мы можем отцепить тросик открывания двери. Запоминаем, на каком делении он у нас стоит. А здесь он стоит, получается, практически на конце. Мы его берем и выводим из уцепления. Вот я его вывел. Теперь у нас, видите, ручка без тросика находится. Для чего это надо? Мы замок снимаем вместе с накладкой. Сейчас мы откручиваем вот эти два болта. Также мы снимаем вот эту заглушку, поддеваем ее и снимаем. Мы снимаем вот эту заглушку. Так, вот это у нас 12-гранная М8. Сплайн получается. Еще на герметике. Надо же, за столько лет не разбиралась. Вот, открутили мой механизм замка. Теперь мы по периметру откручиваем вот эти саморезы. Здесь получается Т30. Да, Т30. Их здесь будет, сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. Откручиваем их все. Это даже не саморезы, это болты такие.
Все, 9 этих болтов я открутил. Вот как видно, сейчас у нас вот это должна, вот она зашевелилась. Вот здесь у нас, где заглушки снимал, вот здесь и снизу, вот здесь у нас находятся винты. Вернее, не винты, а болты регулировочные, которые у нас регулируют рамку по отношению к наружной накладке. Также такие болты находятся и с этой стороны. Вот мы снимаем заглушку верхнюю. Вот такая вот заглушечка. И снимаем такую же круглую заглушку снизу. Вот она. Под ней тоже находятся болты. Теперь выкручиваем эти болты. Там торкс. Сейчас скажу, насколько. Плохо видно. Т45 торкс. Находится он глубоковато. Поэтому не уроните его. Вот такие вот болты. Также выкручиваем и нижний болт. Вот он. Теперь выкручиваем их с этого торца. И выкручиваем нижний. А вот теперь, вот здесь вот, если видно, сейчас сниму камеру. Вот он, штифт с этой стороны, и такой же штифт вот здесь вот находится. Это на этих штифтах качается, вот это получается рамка. Проваливаем туда вот этот разъем, потому что нам его надо будет вытаскивать. Во. Вот так вот.
такая вот фигня. Видите? Кабриолет. Вот он, стеклоподъемник. Вот он, порванный трос. Вот теперь нам надо будет снимать стекло и демонтировать стеклоподъемник. Откручиваем вот эти два крепления. Получается, у нас там торкс Т25. Расщелкиваем вот эти защелки. И теперь мы можем сдвинуть. Для чего мне это надо? Мне нужно опустить стекло. Можно было открутить сам механизм, сейчас мы сзади открутим, потому что нам двигатель надо будет отключить. Но я не хочу переворачивать, трос все равно заклиненный, он не даст нам его выйти, а мне надо стекло опустить. То хорошо, здесь у нас стеклоподъемник прикручен. Бывает он клепанный. На передней левой двери, когда мы меняли, он был клепанный. А здесь он прикрученный. Это удобно. Не надо будет высверливать. Мы просто сейчас его выкручиваем, снимаем и ставим новый. Но для этого мы сейчас переворачиваем дверь. И откручиваем вот этих три винта, чтобы снять механизм. Здесь винты также Т25. Теперь ложим на место. И снимаем стеклоподъемник.